Вы не против, если мы к вам подсядем? Мы очень хотим поужинать, но, к сожалению, во всем ресторане нет свободных мест. Девушка, не мешайте мужчине кайфовать. Нет, конечно, пожалуйста, присаживайтесь, что мы не люди, что ли? Конечно, присаживайтесь, что стол квадратный, земля круглая, воздух общий, Крым наш. Садитесь, конечно, какие-то. Конечно, садитесь. Благодарю. Стоя, только лошади кушают, мы же не лошади, да. Конечно, присаживайтесь. Может... Можно нам, пожалуйста, сразу салат из рукколы, сельдерея, крест-салат, микрозелень и морковь с яблоками, да? А, ну вы могли и стоя поесть, конечно. Что? Я говорю, к вам джиган подойдет? Почему? Вы просто столько травы заказали.